Так, привет, задроты. Короче, тема такая. Похуй на лайки, похуй на просмотры, похуй на подписки, похуй на все. Дело в том, что по Бравлу там последние ролики вообще ни хрена не набрали. И я так понимаю, не всем у меня на канале интересно смотреть Бравл Старс. Да и плюс мой ролик по Бравлу попадает только моим подписчикам. Короче, он никуда дальше не идет, ни в рекомендации, никуда, потому... Абсолютно плевать. Плюс еще мне не хватает конкретно времени просто тупо себе, скажем так, набивать кубки. И я так подумал, а что в принципе мне запариваться тогда? Если не смотрят, то нафига мне тогда жопу рвать, там не спать, пытаться там часами сидеть, кубки набить. Буду просто, во-первых, играть в свое удовольствие. И если снимать видосы, то очень редко. Ну, по поводу своего аккаунта особо нечего снимать. А если что-то и сниму, то раз в экстаз. Ну, короче, видосы по Бравлу выходить особо не будут. Если будут выходить, то чаще буду просто открывать боксы, вот, Бравл-боксы своим подписчикам, потому что, ну, ребятам не хочется отказывать, кто обращается. Ну, и, может быть, иногда будут проходить стримы, и то чисто по угару, там, не знаю, с оклубниками поиграть, порочить, и вот все в таком же духе. Потому, пожалуйста, давайте там, блядь, не надо мне... разрывать там лички, на стримах писать, когда Бравл, вот, блядь, похуй. Никогда Бравл. Когда, сука, захочу, тогда и будет Бравл. Там ребята кто-то обратится, о, князь, возьми, открой сундуки, бля, без базара открою, запишу видос. А так все, от меня, пожалуйста, отстаньте. Ладно, тут мы уселись поудобней, заваривай там чаек. Короче, нахожусь на аккаунте подписчика своего под ником okrolik4. 2800 кубков, но вы не смотрите, что кубков на самом деле мало. Тут фишка заключается в том, что пацану вообще респект и уважуха. Я вам сейчас покажу и объясню почему. Вот, у нас сколько здесь? 70, ну короче, да, под 80, под 80 этих Бравл боксов. Вот, сейчас будем это все дело открывать, но я вам кое-что покажу. Смотри, заходим на бойцов. Вот это те, кто есть на данном аккаунте. Ну, не особо здесь всего много. Но обратите внимание, что у всех сила на единичке. То есть, я не знаю почему, но вот парню, наверное, хотелось. Он никому не прокачивал силу. И вот такими, скажем, начальными браулерами он херачил и набивал кубки. Потому пацану респектосик, как бы отважно. Отважно, отважно все это происходило. Далее, что у нас там идет? Ну, короче, надо, бля, пацану выбить. Надо пацану выбить каких-нибудь браулеров. Если ни хера не выбьем, будет жопа, конечно. Но, тем не менее, меня удивило то, что здесь реально, скажем так, ну... Здесь нету... Аж голос пропал. Ну, это Бравл Старс, похуй. Так, идем дальше. Давайте потихонечку начинать. Ну реально, да, жопа, короче. Жопа здесь с браулерами. Хотелось бы побольше. Ну давай, а давай, слушай, сломаем систему на 4000 золота. Давай сломаем систему. Давай сломаем систему и возьмем с этих, с больших боксов начнем. Так, окей. Давай дальше. Надо, кстати, подписчику спросить, он вроде... Он сам будет прокачивать или мне прокачать? Ты сам прокачивает. Ребят, я даже этот кусок вырезать не буду. Похуй, это Бравл Старс, так что... Бля, хотите, лепите дизлайки. Если честно, похуй. Это Бравл Старс. Ты сам прокачивать будешь бравлеров? Или мне. А, да, и как бы, типа, если хотите, чтобы я вам открыл кубки, блядь, кубки, сука, боксы, обращайтесь, ребят. Если не хотите, чтобы я этого делал, ну и похуй. У меня все просто, короче. У меня такое настроение... А, блин, начал открывать маленькие, да? Сука. Ладно, давай, погнали. Так, хозяин... Хозяин, короче, сказал, что сам будет. Ну ладно. Ну вот прикиньте, он будет, короче. А, я понял. Смотрите, что он пишет. Он
пишет по поводу того, чтобы максимальные кубки взять. Это типа челлендж. А, это типа челлендж. Нихуя. Нихуя. Вот это поворот. Взять первыми левелами как можно больше кубасов. А, ну, слушай, красавчик. У пацанов, короче, челлендж. Кто в теме? Напишите в комментариях вот по поводу того, что это такое вообще. Что за челлендж? Я просто не в курсе. Я в танке. Но если не напишите, что? Похуй, правильно. Так, идем дальше. Кольт. Та-та-ра-тан. Ну давай, что-то, сука, выпади. Да, тут же, блин, ни лек, ничего там, ни эпиков каких-то крутых. Давай дальше. Бул. Блин, неудобно сразу дофига открывать на самом деле. А, так, давай. Попробуем по-быстрому. Ну, ну. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 разгоняемся. Да, вот на моем аккаунте золота не хватает, блядь. Сука, как донатить перестал, все, жопа на аккаунте. Не хватает, не хватает барышей. Хотя там были такие акции выгодные, там по 700 рублей можно было и золото, и мегабоксы вырубить. А, сейчас нихера. Так, ладно, давай. Коплю золотишко на своем аккаунте. И топчусь на месте на 3300 у меня кубков, что ли. Ну. Давай, ёп! Дай что-нибудь, сука, рандом. Бравл-боксы. Гема только дает, падла. Хотя я думал, по идее, если он никого не прокачивал, у него должно быть золото побольше, мне кажется. Опа! Оп! Кто это, сука? Кто это? Да, блядь! Да, сука! Заебись! Ха-ха-ха-ха! Ну и похуй. Ха-ха-ха-ха! Блядь! Наконец-то! Первый раз выбил подписчику Лего, блядь. Заеб... А-ха-ха! Огонь, блядь. Вот это охуенно, короче. Вот, вот это да. Вот это я рад. Поздравляю. И причем еще мы, скажем так, повыбиваем сюда этих значков силы, подкачаем этого Леона. Вот это огонь, пацаны. Вот это, блядь, вот это по-нашему, наконец-то, блядь. А то я думал, блин, уже стыдно было открывать боксы подписчикам, короче. И нихуя не выбивать, а что я там? А, один раз этого робокопа выбил или кого там, пиздюка робота. Ну то я уже не верил, что можно без доната Леона получить. О, видишь, как получилось. Я до последнего не верил, что там будет Лего. Я пытался понять, что за очертания Браулера. Охуенно. Бля, я рад. Опа, еще один, блядь. Ну, блядь, я Мортиса не люблю, но, сука, заебись вообще. Супер, 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 бля, аплодисменты, ёперный ты театр, блядь. Аплодисменты, нахуй. Вот так вот надо, блядь, нормально. Вот так вот надо по-пацански открывать, еще 8 гемов. Вообще отлично, вообще отлично. А, и да, если я не ошибаюсь... Короче, мой подписчик, вот, он сливал кубки перед тем, как дать мне аккаунт на открытие боксов. Я не знаю, ну это или это тупой миф, или это сработало. Ну, как бы я просто вам для информации говорю. Я как бы один раз слил кубки у себя, выбил, а другой раз слил, потом заебался их поднимать обратно. И ничего не выбил. Давай, 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 открываем. Бля, вообще огонь. Сука, вот я рад. Вот сейчас, бля.
А! Давай, 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 давай еще кого-нибудь. Ну, бля, Мортис, я не знаю, вам нравится Мортис? Мне как-то, блядь, не особо. Но сейчас он, конечно, после обновления в бою стал дико бесючий. Прям вообще раздражать начал, когда кто-то за него играет. Прям, блядь, ненависть у меня вызывает. Не сказать бы, не сказать, что он имба, но, блядь, сука, бесит меня. Непонятно, что от него ожидать, блядь. Его, сука, направление непонятно, куда он там полетит, блядь, прыгнет. Сука, тупорылый браулер. Я, может быть, я, конечно, запою по-другому, когда Мортис мне выпадет, да? Опа, еще! Нихуя! Блять! Ну, Вот это да, блядь, сука. Блять. Я весь не в себя рад на самом деле. Просто, блядь, сука, дико рад. Дико рад, блядь. Пиздец. Мне на весь вечер обеспечено хорошее настроение. Не знаю, когда я это видео, наверное, днем выложу, да? Но, сука, я доволен. Я, пацаны, доволен. Так. Так, короче, ребята, хотите дать аккаунт на открытие боксов, там накопите 57 штук, обращайтесь по ссылочке в описании, там есть, типа, заявки на роллинг, там можете оставить и заявки на открытие боксов, там просто напишите это и все, и будет, короче, нормально. Если не хотите давать, ну и похуй, короче. Понравилось видео, лепи лайк, не понравилось видео, ну и похуй, короче. Подпишешься, не подпишешься, похуй. Всем удачи. Пока, ну, бля, подожди, стой. Ну, бля, вот смотри, ну это ж красота, а? Это ж, сука, красота, блядь. Леон, Мортис, Пайпер, бля. Ладно, хуй на Мортиса, но Пайпер и Леон это, бля, заебись, короче. Извиняюсь за мат, хотя похуй. Всем пока.